15 декабря компания «Спецпартнер». Сегодня планируются работы на территории Красноярского завода синтетического каучука. Из техники заказан длинномер и кран 35-тонник «Зумлеон» с максимальным вылетом стрелы 46 метров с гуском. На данный момент техника прибывает, сейчас еще стоим на проходной, стоит длинномер, стоит сам кран. Ждем, пока нас запустят, и начнем работу. Сейчас уже на территории завода пытаемся вот погрузить краном емкость. Изначально обозначалось, что масса емкости будет 18 тонн. По факту уже получается, что на 22 тонны. Но сейчас кран поднимает, пробуем маневрировать бортом. Перевести нужно не так далеко, метров 100 саму емкость наливную. Водители работают.